Всем трям! С вами рубрика «Автоответчик», и мы составляем список вещей, которые нужно не забыть, собираясь за границу. Поехали! Что нужно помнить, граждане, когда собираетесь за границу? Взять сумку с собой. Сделать визу, что ли? На паспорте. Про то, что ты за границей. Что там одни негры. Помнить о хорошем настроении и о цели путешествия. Номер этого посольства украинского, если загуляешь. Вот. И английский язык желательно подучить. Загранпаспорт, главное, документы. А потом одежду теплую обязательно взять. И хорошее настроение, и хороший фотоаппарат. Записали? На всякий пожарный зададим серьезный вопрос Гуглю. А Гугля предложил нам не нарушать законы. Поэтому, если собираетесь поехать в Европу, помните, что вам ни в коем случае нельзя называть свинью Наполеоном. Посадят. И не вздумайте громко смывать воду в Шотландии после 10 вечера. Посадят. Выбрали Штаты? Тогда не будите медведей на Аляске, чтобы сфоткаться. Посадят. И не спаивайте рыб в Огайо. Посадят. А если вы решили путешествовать по СНГ, не топчитесь по банкнотам в Туркмении. Посадят. А из Украины не вывозите сало. Национальное достояние же. А я вот не шучу. Законопроект о вывозе сала всерьез находился на рассмотрении в нашей Верховной Раде. А если серьезно, собираясь за границу, возьмите деньги, мобильник, документы и веселого попутчика. А остальное можно купить. Еще больше интересных ответов на нашем канале. Присылайте волнующие вас вопросы. С вами был Денис Жукник. Приятного путешествия!